Квартира, машина и 4 миллиона рублей. В Самарской области состоялся второй розыгрыш призов среди привившихся от ковида. Кто из жителей региона выиграл ценные подарки в этот раз, расскажем прямо сейчас. В прямом эфире паблика «Самара Инфо» за викториной вакцинации «Эта жизнь» следили тысячи глаз. Счастливчиков определяли с помощью электронного барабана. За честностью и прозрачностью процедуры следили члены попечительского совета викторины и экспертно-номерной комиссии. Участниками второго розыгрыша стали свыше 440 тысяч человек. В неделю делают вакцинацию 50-70 тысяч человек. Симулирует викторина вакцинация «Эта жизнь»? Да. Но еще викторина – это благодарность тем людям, которые делали прививку еще в прошлом году. Это вот тем отличается наша область от других территорий Российской Федерации по сегодняшний день. В студию пригласили добровольцев, которые рассказали, как возросла на них нагрузка в пандемию. И человека, который самым первым в регионе сделал прививку от коронавируса еще в сентябре 2020 года. Наталья Викторова возглавляет Самарскую больницу номер 4, теперь работающую как ковид-госпиталь. Я видела и вижу, как тяжело болеют пациенты, какие тяжелые и с какими тяжелыми осложнениями они поступают в стационар, какие крайне тяжелые они лежат в реанимации, и иногда, к сожалению, заканчивается заболевание летальным исходом. Поэтому я с нетерпением ждала, когда же в Самарскую область поступит у нас вакцина. И как только поступила первая партия вакцины, без толики сомнения я поехала прививаться. Наталья Николаевна призвала вакцинироваться всех, чтобы сохранить здоровье. Такой выбор в регионе сделали уже более 1,5 миллиона человек. Легче предупредить заболевание, чем потом его лечить. Поэтому вот наша с вами гражданская позиция, она должна заключаться сегодня в том, что мы должны совершенно ответственно подойти к своему здоровью, здоровью своих окружающих, родственников, друзей. Что мы должны понимать, что единственный у нас с вами сейчас выход – это достичь коллективного иммунитета не менее 80%. По итогам второго розыгрыша викторины вакцинации «Эта жизнь» обладательницей однокомнатной квартиры стала 22-летняя жительница Самары, студентка 4-го курса Самарского технического университета Юлия Федушкова. Я очень рада, что выиграл такой молодой, красивый человек. Девушка, молодой специалист. Счастья и удачи. Спасибо большое. Автомобиль выиграла также самарчанка Лидия Степанова. Скажите мне, пожалуйста, вы ожидали? Удивились очень. Еще 1000 жителей региона получили подарочные сертификаты номиналом 4000 рублей. Результаты розыгрыша будут доступны на сайте карты жителя Самарской области по телефону горячей линии викторины. Пункты выдачи призов начнут работать уже с 10 декабря в Самаре и Тольятти, а с 14 декабря в других городах и районах губернии. Третий розыгрыш состоится уже 22 декабря. И Гречман, новости Тольятти.